сколько? Если вся партия, Кириська. Не мешай. Алло, подожди, Миша, подожди сюда. Алло. Да, да. Ждите гостей. Я самолет. Кто их надыбал-то? Кто-кто? Пап, конечно. Они оптовики. Он их еще в Одессе наколол. А что они рыскают по стране, скупают лютики, цветочки по 3 копейки за кило? Почем, Флора? 12. О, за штуку. Понял. Так что, знаешь, они на эти деньги винишко пьют, баб наших трахают. Наказать таких Пьера именины сердце. Тише, тише, подходим. О, здравствуйте, девушки. Не интересуетесь импортной техникой? Хороший двухкассетник, полторушник и вечный что? Кайф. Я говорю, полторушник и вечный кайф. Что надо? Продать. Эй, продаешь? Ну, так, продаю. Берги. А да, иди сюда. Иди сюда, да? Извините, мадам, конкуренция. Тю, придурки. Девчата? Что? А да сколько? Полторушника. Аллах? Аллах, да. Берем. Берем. Угу. А может, что-нибудь посерьезнее интересует, а? Что, видик, что ли? О, видик, шмидик, вчерашний день, родной. Компакт параболики. Это что? А, бунады. Комнатные, спутниковые, телеантенны. Японские, с транскодерами. Берут Европу, Штаты, Сингапур. Весь мир. Сказка. Да. Яхши щей. Бунады яра мишки. Какой у них этаж? 6-й. 3-е окно справа от угла. Дай-ка ему одну кассету на пробу. Не так. Вот так. Hello and welcome. I'm Rosalind Snowden. Japan business today in a moment. Что это? TV One. Первый канал английского телевидения. Красота. Время, мальчики. Время, время, время. У тебя все готово? Ага. Тогда вперед. Вперед. Неплохо не пила. К черту. Thank you.
Ада, привет. Пришел. Салам и здравствуй. Салам. Ада, ты все знаешь, я молодец. А, принесли, да? Значит так, сейчас будем смотреть и кушать. Сначала будем смотреть, каждый будет смотреть, а? Чтобы не был никакой фокус. Ты меня понял? Я с тобой договорился, а? Олди, дали? Олди. Капну багла. Давай. А, я шишу. Отур, отур, закир, отур. Just a moment. Just a moment. Ага. Just, что такое? А это значит... Сейчас что-нибудь поймаем, правильно. Ага. По-русски говори, да? Костя, иди садись, кусок хлеба кушай. Иди сюда. From daybreak in the morning with news, weather, financial analysis of the money markets, Europe's premier station brings you music, sport, programs about our environment, features, fashion, film, special, and news on the hour, super channel is... Hello and welcome, I'm Robin Snowden. Первый канал английского телевидения. The first financial news and headlines from around Europe. Car makers are close to agreement over allowing Japanese imports into the EC. And Sweden's top banker has ruled out membership of the European Monetary System. Пьер, давай следующий, да? On equity market, share prices in London are weaker following Wall Street's note. Хорош. А, познаком, да? Это очень дорого. Але магрины. The dollar firms slightly in Tokyo after a Japan business today from NHK Studios in Tokyo. I'm Dalton Tanonaka. Our headlines today. Good morning, Dan. Good morning, Barton. President Bush asked for and got solid, enthusiastic, and fast-track trade negotiating authority. U.S. Chamber of Commerce Chairman James K. Baker explains the consequences if fast-track authority is killed by legislation designed to prevent racial and sexual... Lydia Hernandez drives to work and talks about the man she loves. He's a fabulous artist and a great humanitarian and just a really nice man. One day a month, she dons her knee pads to work for the man she loves. Ah, Костя. Давай следующий, да? I never find the time to clean anything at home, but I find the time to come on the first Saturday of every month, rain or shine, to clean your son. О, последнее осталось. Проверять не будем, да? А да будем, я же тебе сказала, Костя, никакой фокус не надо, давай неси. Как скажешь. Зачем? Эй, зачем? А да дур пулу гетир, да? Яхши, яхши, гетир. Костя! Бу не, а? Сэра. Пересчитывать будешь? На. Дурга, блин.
count, there were 300 star polishers. Polishers like Bob Mulligan, who doesn't care if no one remembers pop singer Joni James. To hard-rubbing Bob, Joni is the brightest star on the boulevard. When you're coming by that double-decker bus... Везуха! It was Joni's hit single, Have You Heard, that reunited Bob and his wife after... Счастливо. О, я телевизор выключу. Да, Костя, не надо, я же смотрю его. Иди, иди, будь здоров, говорю. А, пока. А. Хочешь кермиссис? Макар, гаси свет, сливай воду, собирай аппаратуру. А я вниз, к тачке. Не могу, засыпай. Я поведу, я сегодня не пил и поспал. Хорошо. Макар, Макар, сматываться надо. Смирнова, проходите. Простите, девушка, а почему без очереди? Она по записи. Простите, а предыдущая женщина? Она тоже в мужской зал по записи? Сказано по записи, значит по записи. Я уже полчаса как смену закончила. В свободное время тружусь. Иди, иди, садись. Привет. Приветик. Ну что? Слушай, тут тобой такие люди интересуются. В кресле меня сидел, видела? Да, кто? Джеймс Бонд, Рокфеллер? Или половой гигант? Вроде Казановы. Ой, ну, Настя, ты дурочка. Он овощным на Кировском заведует. А, морковкой спекулирует. Да, угу. Это такой мужик. Мне его Танька-сменщица передала, когда в декрет уходила. У него тачка, квартира. А в квартире обстановка, электроника, видео. Фокс 20 века. Я от сама не была. Мне Танька рассказывала. А чё ж не посадили-то? А? Чего ты ломаешься-то? Строит кто-то себя козу валдайскую. Он на тебя давно глаз положил. Подойти стесняется. Хочешь, я ему твой телефон дам? И чего, он меня прям по телефону трахнет, да? Слушай, Смирнова, я для кого стараюсь? Он мне за стрижку полтинник отстегивает и за укладку четвертной. А стрижется он раз в неделю и укладывается раз в два дня. Вот это мужик, это я понимаю. А студенты твои что? Раз в месяц мороженым накормить, в парадном возле мусорного бачка потискать. Смех. Слушай, а он за меня тебе сколько обещал? Полтинник или четвертной? Как за уклад. Значит так, что бы ни случилось, вы все в этот день были на даче. Макар с Пьером заходили за коньяком, Жанна подтвердит. Костя, ты был у Белошниковых. Ну и что? Что я у Белошниковых-то делал? О, все та же лялька. Ты еще ее не задрал? А? Слушай, папа, хочешь, я тебе в одну секунду сделаю? Я тебе сделаю. Я тебе так сделаю, что потом тебя переделать придется. Я готов целовать песок, по которому ты ходила. Это что такое? Я тебя спрашиваю. Ну? Ой, господи. Ну, что случилось-то? Что случилось? Слышь, Людка, она не понимает. Да тут, по крайней мере, на две моих зарплаты. Ну и что? А то. Что это ты себе за дружков завела?
Мы вон с матерью с утра до вечера горбатимся. И то каждая копейка от получки до получки считана. А это... Это с каких же таких доходов? Ну, не знаю, я. Не придуривай! Валь, ну, может, она действительно не знает. А вот я бы спросил, если бы мне подарили такое. Я бы поинтересовался. Да, Настя. Ну, папа, ну, я действительно не знаю, откуда эти цветы. Понятно? Юрк. Ну, что я-то? Чуть что, так сразу Юрка. А черта ты этот веник в дом притащил. Ну, говорю же, он на машине подъехал, говорит, спрашивает, сестра есть? Ну, я говорю, есть. Ну, вот, говорит, цветы отнеси. Так, он, может, тебя перепутал с кем? Может, это не нам, Юр, цветы-то не нам? Да нам, нам. Он и квартиру нашу назвал, и фамилию нашу. Ну, чего? А ты бы ему в физиономию этим. Вот если еще раз подойдет, так и запомни. Возьми по морде. Понял? Угу. Не слышу. Да понял, понял. Вот так. И ты гляди, Настасья, чтобы этих кооперативщиков-дармоедов, чтобы их в моем доме не было. Ой, ну началось. Что? Что ты сказала? Да слышала уже, слышала. Что слышала? Сто раз уже слышала. Ты гляди. Я не посмотрю, что ты в этом своем институте культуры. Возьму ремень до посадницы! Что? Хватит! Хватит! Настя! Надоел! Не ходи за ней! Да подожди ты! Настя! Ой! Вот! Все? Довольны? Вот! Валь! Она их в мусорку. А да какой деньги? Какой деньги, да? Я цветы выращиваю. Это мои деньги, да? Ну, нам надо же знать. А что тебе надо знать? Я же написал тебе там, да? Здравствуйте. Интересный человек, а? Приятно. А, и здравствуй. И здравствуй. И здравствуй. А, да? Садись, садись. Ну, продолжайте. А, товарищ говорит, я не работаю. А да я цветы выращиваю. Ты когда-нибудь цветы выращивал? Чусаем башва. Парник надо, пеленка надо, говно надо. А, прости, да, ну это. Навоз. Утром поливай, днем поливай, вечером поливай. Он мне говорит, я не работаю. И что гимн не играет, э? Я этими ручками же в земле копаюсь. Что-то не похоже. Что? Не похоже, что вы ими в земле ковырялись. А да? При чем тут рука? Я тебе помощь пришел просить. А ты что? Подожди, да? Ты что, из меня преступник хочешь делать? А, не получится, а? Давай мое заявление. А да, давай сюда мое заявление. А да ничего мне не надо, я домой поеду. Давай сюда заявление. Смотри на него. Посмотрите, пожалуйста, на эти фотографии. А да не буду никуда смотреть, не надо мне. Кто-нибудь из этих людей вам знаком? И что это? Посмотрите. Нет, никого не знаю. Ну что ж, пока вы свободны. А? Проводи, товарищи. До свидания. Я так мыслю, что продали ему не одну антенну. И не за 1000, как он говорил. А зачем он забрал заявление? Надо полагать, что-то изменилось. Рустамов этот шестерка. Значит, хозяин дал отбой. А ведь он их узнал. Не любят его клиенты жаловаться. Но больше всего меня вот эти граждане интересуют.
ведь Настя зовут. Здесь вообще-то остановка запрещена. Руки. А, пардон. Слушай, серьезный разговор есть. Садись в машину. Пешком хожу, здоровье помогает. Молодец. Класс. Фу. Откуда ты, родимый, нарисовался? Извини, но это опять я. Ну, лапу убери. Что ж ты такой липучий-то? Братан, ты цветочки передал? Так это твои цветочки были, да? Нет, не мои. Так, одного человека. У него скоро день рождения, мы все вместе хотим ему подарок сделать. И этот подарок я. Ты не выспалась сегодня. А с невыспавшимися девушками это одни заморочки. В общем, так. Надумаешь, приходи. Будем ждать. Ничего плохого с тобой там не случится. Ну вот нравишься ты ему. Понимаешь? Нравишься. Happy birthday to you. Happy birthday to you. А день рождения у него послезавтра. Happy birthday послезавтра. Happy birthday to you. Переключил бы на автоответчика. Переключил. Не успел. Баев, я слушаю. Добрый вечер, Алексей Николаевич. С вами говорят ваши друзья. Чтобы не беспокоить ваших домочадцев, в ваших же интересах, нам отвечать односложно и делать все так, как мы вас об этом попросим. Пожалуйста, заведите будильник ровно на 4 часа утра. Как проснетесь, пройдите на кухню и включите телевизор. Персонально для вас, Алексей Николаевич, ровно в 4:15 начнется очень интересная телепередача. И, пожалуйста, постарайтесь, чтобы в кухне вы были один. Бред. Кто это? Пьянь какая-то. Угу. Да, я слушаю, да. Алексей Николаевич, не бросайте трубку. Это в ваших же интересах. Речь идет о телепередаче, подготовленной по материалам симпозиума в Репино. На прошлой неделе, помните? Да, я слушаю. Ну, вот и славно. Ровно в 4:10 вы включите телевизор, настроив его на 4-й канал. Если вы этого не сделаете, мы повторим передачу чуть позже, чтобы ее могли посмотреть все жильцы вашего дома. Спокойной ночи. Опять не туда попали. Да, не туда. Надоели мне все твои эти... Опять не туда попали. Скажи им, чтобы звонили хотя бы до 11. Это с фирмы, с работы. Thank you.
Собачье дело. Чего ты хочешь? Господи, ты не расстраивайся уж так. 25 тысяч, и эта видеокассета ваша. Не так дорого за карьеру и репутацию. А теперь слушайте внимательно и запоминайте, что вам необходимо будет сделать, чтобы приобрести ее. Я слушаю. Фу, жарище тут вот, братцы. Кондишн вам сюда хорошо, ребятки. Послушай, майор, я тебя помню еще по райотделу, ты штата капитаном был. А ты меня должен знать по обкому партии. Это к делу не относится. Вообще-то, они мне не советовали обращаться к вам сюда, в милицию. Но мое служебное положение. У меня совместное предприятие, иностранцы. Кроме того, мое партийное прошлое. В общем, я хотел бы, чтобы ты, майор... Давайте по фактам, Алексей Николаевич. В общем, я хотел попросить вас, чтобы в случае... чтобы все оставалось сугубо между нами. Вы понимаете меня? Мы вас слушаем, товарищ Баев. Хорошо. Вот. Я это получил в автоматической камере хранения. Вот сюда я должен положить деньги. Сегодня вечером я должен поехать на городскую свалку и бросить вот это в яму, возле которой будет торчать белый шест. А дальше? Дальше? А, будет звонок. Они сообщат номер камеры хранения автоматической, шифр, где будет лежать видеокассета. Федор, ты пока оформи заявление, Алексей Николаевич. Ну что, не наша? Папа? 100%. Что думаешь, Ваня? Я так мыслю, рано или поздно за деньгами кто-то придет. Погоди, не суетись. Надо все обдумать. Начальству доложиться. Сумма немалая. Без санкции руководства никто таких денег не даст. Ну, пошли. Гори
и кружится планета над нашей родиною дым. И значит, нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все бессилено. Сомнения прочь уходят в ночь отдельно. Десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон. Лишь только бой угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Предки, привет. Ага, явилась красавица, не запылилась. Бьет пулемет неутомим, и значит, нам нужна одна. Юрка, ты чего молчишь-то? Ты глянь, что твой дружбан с Юркой сотворил. Юрка. Ну чё? Ну, рожу подыми, покажи сестре, пусть полюбуется. Что ты все рожа да рожа? У меня не рожа, а лицо. Юрик, как ты разговариваешь? Покажи. Ох! Юр, кто тебя так? Ох! А ты овцу-то себе невинную не строй. Опять этот твой буржуй на машине цветы тебе привез. А ты? А он не взял. Он его по морде. А что ж так-то? Потому как я велел. Потому как в моем доме. Понятно? Куда? А ну стой! Куда ты намылилась? Ах ты опять к этому, ворюге, буржую своему. Я с кем хочу, с тем и гуляю. Понял? Ах, вон как ты заговорила. Жизни красивой захотелось. На дармовщинку потянула. Да, захотелось. А вот тебе что хочется? Ты хочешь, чтобы мы с Юркой, как вы, от зарплаты до зарплаты прожили, да еще бы гордились этим. Я инженер. Это ты-то инженер? Ты же семью прокормить не смог. Оттого ты в гегемоны и подался. Других ворюгами называешь, а сам ты на себя посмотри. Кто ты, кто ты? У тебя же ванна ворованная и толчок ворованный тоже. Да ты что, Настя? А ничего. Буржуи вам не нравится, да? Дед вон тоже воевал за этот ваш социализм, за это светлое будущее. И что? Благодарность за это подох в коммуналке с клопами. Ты. Валя. Ты дрянь такая. Она несерьезная, Валя. Зараза! Не трогай, Валя. Валя, нет. Ты, Валя, не деда трогай, покойного. Валя, не трожь. Валя, не надо. Валя, не надо. Да пусти ты меня, Люд, пусти. Валя. Попробуй только. Тронь. Ты. Наца. Убирайся, чтоб ноги твоей в моем доме не было. Придешь, не пущу назад. Не дочь ты мне. Стали членами ООН, Ельцин собирается в Карабах, а азербайджанцы и армяне ищут способы выполнить институтами возможных сотрудников сегодняшней день экономики. Союзное и республиканское начальство понимают, что мы их будем любить как приезды, если будем время от времени кушать. Но вот еще не вполне разобрался перейдем. Thank you.
Вот так подарок. Значит, это ты, чесночно-картофельный супермен. Папа. Или как тебя там? Меня зовут Сергей. Что, так будешь держать меня в дверях? Пожалуйста. Там что? Там кухня. Там никого нет? Нет. Пошли. Слушай меня, если кто-нибудь еще из вас или твоих дружков, ты или кто-то еще раз хоть тронется меня, я не знаю, что я сейчас... Стоп! Стоп! Я все понял. А у тебя ножик острый. Что? Порежь колбаски. А то у меня день рождения, гости, а я не успеваю. Ну, в чем дело-то, Ибу? Папа! Сюда. Папа, родной, папа! Удаю. Это и есть твой подарок? Здрасте. А что тебе не нравится? Дайте ему этой колотушкой по голове. Дайте, я разрешаю. Happy birthday to... Порядок. Внимание всем постам. Первый, второй, третий, четвертый. Подарок на месте. Теперь смотреть в оба. Доложите готовность. Прием. Первый готов. Еще раз ласково говорю, парень, как тебя зовут? Он говорит, Юрка. Я говорю, Юрочка, а будь другом, отнеси цветочки. Он опять, не вот такая история.
Всем привет. Там у тебя все настежь. Уже? Порядок. Макар. Угу. Как прошло? Нормально. Тихо все. Сережа, можно тебя? Ваше здоровье. И ваше здоровье. Отвезешь Настю? Ладно, это я сделаю сам. Да. Хочу извиниться за этого урода. Родители не поймут. Ну, хочешь того, не хочешь, а нам еще здесь торчать. Час 15. Пойдем погуляем. Очень нравлюсь. Очень. У меня дочь. Замечательный человечек. Thank you.
Доброе утро, Андрей Сергеевич. Только прилег. Просыпайтесь. Ну что, гонец не появлялся? А он и не появится. Баев только что звонил в дежурку. Он получил видеокассету. Не понял. Значит, ты не наши в деньги получил? Каким образом? Так. Спасибо за кофе. Очень вкусно. Домой? Знаешь что? А ты живи у меня. Места хватит. Сейчас поедем, потратим немного денег. Зачем? Ну, тебе же зубная щетка нужна. Ходить в чем-то нужно. Ну-ка, дай-ка руку. А что это такое, Андрей Сергеевич? Это Федор Водосток. А, пошли. Федор! Держи! Как свистну, брось эту хреновину в яму. Ага.
Ну что, в гостинице нашли что-нибудь? Да нет, не звонили. Что, он там заснул, что ли? Давай, посмотри. Федор, давай! Ну, убери ты ее! Я так мыслю. Здесь они свой шарик подобрали с нашими денежками. Ага. Сукин сын. Дай-ка папироску. Да, надо было им куклу зарядить. Сукин сын, что вытворяет? Каждый раз что-нибудь это. Ни разу Андрей Сергеевич! Андрей Сергеевич, банка ваша застряла, так я ее камушком. Во. Все, Федор. Молодец. Все свободны. Свяжись с управлением, мне машина нужна. Поеду в Репинск. Угу. Шутник. Смотрите, товарищ майор. Ну и что? Да вы сюда посмотрите. Полюбуйтесь. А? Это как же так? А хрен его знает. Но здорово, да? Угу. А это? Это что? О, это вообще чума, товарищ майор, полюбуйтесь. Вот это передающая антенна с блоком питания. Это камера, но у нее нет записывающей головки, это раз. Кассеты тоже нет, это два. И вообще, как она включается, тоже черт ее разберет, это три. А теперь мы ждем специалиста из Бонч-Бруевича, телевизионщика. Фокус-покус, да? Коля, а чему ты радуешься? А что? Тебе нравится, что преступники делают из себя идиота? Товарищ майор, разрешите, к вам из института. Натансон, здравствуйте. Здравствуйте. Профессор Натансон. Важен. Нам нужна ваша консультация. С удовольствием. Угу. Сережа, а вы все это купили тоже на собственные деньги? Да? Ну, в общем, да, все на собственные. Кроме этого и этого. А, как здорово. Алло, Макар, сзади ко мне. Макар! Сок хочешь? Только осторожней, он холодный. Сереж, по-моему, вы сумасшедший. А, по-моему, нет. Ну, а вам самому-то деньги не нужны? Почему не нужны? Я же похож на идиот. Что дедушка Ленин говорил? Он говорил, учиться, учиться, еще раз учиться, и тогда у тебя будет много-много денежков. Добрый день. Здравствуйте, Настя. Проходи, Макар, садись. Я тебе лекарство достал. Ох ты, спасибо тебе. Это то, что нужно? Как мама? Получше. Ну, теперь будет совсем хорошо. Спасибо. Ну и замечательно. Извини нас. На, раздашь экспедиторам. А... Не волнуйся, Настя почти в курсе. А, хорошо. Звоню богам со второй базы. Им послезавтра зеленый горошек завезут. Сколько просят? 3 штуки. Ха. Вот варюга, а.
что делать? Берем. И еще. Сергей Владимирович, на улице на ларьке Буза. Что случилось? Извините, покупатели вас требуют. Меня? Да. Настя, подожди нас, пойдем, Макар. Я в магазин, и когда на контрольные весы поставила, 200 грамм обвеса, понимаете? Одну обманет, так вторую обманет. Ты ж какой, правительство обманывает. Ваша фирма уже обманывает. Помидоры купить невозможно. Бессовестные, накажите его обязательно. В этой стране жить-то невозможно. Да не подохла бы ты за свои 500 грамм. Пусть ларек открывает, видишь, очередь стоит. А вы не вмешивайтесь, вас никто не спрашивает. Костя, что вы суете, 200 грамм не хватает. Ну что, тучишь, козел? Вас не спрашивают из таких, как вы, обвешивают без конца. Не лезьте. Вот, пожалуйста, 200 грамм бросьте на весы и увидите, не хватает. Папа, что ты служишь, где мозги? Что? У меня? Я все понял. Я все понял. Успокойся. Ах ты! Я все понял. Оператор, ты чертов, ты вообще? Сейчас разберем. Жаловаться буду на вас. Обязательно накажите. Я напишу жалобу и Собчаку напишу, и кого надо напишу. Папа, ну кипит их разум, возмущенный, понимаешь? Покажи, Гене. Да. Да в кармане у него она. Я тут полчаса стояла, глядела, как он химичит. Ладно, только не надо, ладно, там полчаса, там ля-ля-то-поля. Пока, бабуська. Подними руки. Руки подними. Ровно 200 грамм. Вот это да! Вот на колюге, а. Ну-ка, дыхни. Макар, встань за него. Обслужи всех, кого он обвесил. Дрянь. Папа, ну что ты, ей-богу, сейчас... Я приношу извинения. Виновные будут наказаны. Наказаны! Ну хорошо, вы вправе начинать сам? Все. Папа, ну что ты служишь? Весь мир голодных рабов, а? Ты знаешь, что ты? Ты первый хорошо обеспеченный советский безработный. Серёж, что случилось, а? Да ничего. Так, все нормально. Вопрос с гражданами улажен. Никаких ментовок, жалоб не будет. Я тебе сказал, пошел вон. Ну все, прости, прости, бес попутал. Ну что я там наторговал-то? Ерунда, честное слово. Ну посмотри. Вот. Вот. Все. Деньги как ласточки летят, ты знаешь. Я тебе что, мало платил? Хорошо, хорошо платил. Очень хорошо. Ну, давай так, последний раз. Ты погрешился, я погрешился. Нет, ты не понял. Это я погорячился 2 года тому назад, когда я тебя, козла, на работу брал. Когда ты не нужен был. Когда тебя в Питере прописывать не хотели. Я тебя предупреждал, тут не социалистическое богатение, тут собраний не будет. Так, что сели, перерыв. Расчет получше Макара. Ты чего? Смирно. Ты знаешь, что у меня без бабок сейчас кранты. Да не швыряй ты их. У меня бабок ноль. Я все время за тебя работал. Можно ведь, пожалуйста, деньги, пожалуйста. Телку, на, бери телку. Что? Папа, спокойно, папа. Папа. Во-первых, я тебе не папа. Я тебе не папа. Она не телка. Ну, ладно тебе. Ну, как был, хорошо. Урка дешевый, так и остался. Папа, ты не понял. А! Пошел вон. Хорошо. Хорошо. Папа.
папа денег не дает. Костик деньги сам возьмет. Из-за каких-то вонючих помидоров. Извини. Ну, что я могу вам на это сказать? На мой взгляд, это фикция. То есть? Видите ли, если не вдаваться в технические подробности, ну, сама камера, она включается от радиосигнала. А вот это, очевидно, это передающая антенна. И вот как от нее идет видеосигнал, собственно, вот на этом все и заканчивается. Ничего не понял. Нет, ну, если даже предположить, что это трубка, трансляционный блок, то сигнал будет слишком слаб, с искажениями. И для этого необходим очень мощный передатчик. Так что практически это просто невозможно. Да нет, возможно. Да нет, совершенно невозможно. Скажите, вы представляете, что такое Останкинская телебашня? Представляю. Но суть в том, что, по крайней мере, один раз этой аппаратурой воспользовались. И весьма успешно. Не знаю. Не знаю, все это бред. Это какая-то фикция. Хотя, действительно, если то, что вы утверждаете, то эти ваши, как они там, подопечные, да? Они просто, знаете, гении. Гении – это уже не наша компетенция. Ага. Гениями занимается исключительно Академия наук или КГБ. Я могу ехать, Андрей Сергеевич? Да, конечно. Спасибо вам. Вас отвезут. Да нет, спасибо, спасибо. В общем, если, так сказать, в лабораторных условиях, ну, словом, если вы поймаете этих ваших подопечных, то их с этой вот техникой ко мне в лабораторию. Да. Всего хорошего. Всего хорошего. Спасибо еще раз. Коля, знаешь ты, почему до сих пор в лейтенантах, а все в твоем отделе уже повыше? Потому, Андрей Сергеевич, что и вашей партии не состоит. Нет, Коля, потому что у тебя язык опережает мысли. Так, теперь что я думаю о дальнейшем? Федор, запоминай. Здесь необходимо установить свою аппаратуру. На тот случай, если они захотят еще кого-нибудь зафиксировать. За номером наблюдать круглосуточно. Это второе. И третье, пусть в отделе кадров займутся личными делами всего персонала. Должен быть у них здесь свой человек. Но чтоб комар носа не подточил. Ясно? Ясно. Но вы же сами сказали, Андрей Сергеевич, они никогда не повторяются. Сказал. Но чем черт не шутит?
Один? Нет, с девкой. Покажи. Все, подружка, почти как от Диора. Ну, пока. Пока. Спасибо. До завтра, Макар. Хорошо. Пока. Сереж, ты? Привет. Привет. А Сережи нет дома? А я знаю. Спокойно, Ташка. Я же сказал, веди себя прилично, Таха. Умели писать.
Ох ты, боже мой, как я устал-то от всего. Нехорошо. Отпустите девушку. Ну что же, будем знакомиться. Не кури. Не люблю. Ну, вот это твой одесский знакомый, Алик. Папа. А это Алик. Ты его знаешь. Помнишь Одессу? Он давно мечтал с тобой познакомиться. Кинул ты его своими компакт-пробойниками. Только ведь ты не его кинул. Ты меня кинул. Я тебя искал. Твое счастье, что нашел поздно, нашел бы раньше. А да, убить тебе нужно, а? Да нет, не нужно. В общем, за тобой долг 450 штук ему и 450 мне за моральные издержки. Срок у тебя неделя. Вот телефон. Соберешь деньги, позвони. Тебе скажут, куда принести. У меня нет таких денег. Ну, это твоя головная боль. Нет, это совсем не интересно. А? Правда ведь? Мы посмотрим что-нибудь поинтереснее. Правда ведь? Угу. Сдохнешь ведь, сволочь. Только после тебя. Это я тебе показал для того, чтобы ты не ударился в бега или каких-нибудь других глупостей не наделал. И запомни, следующая среда
Последний срок. Узнал я по своим каналам Кликуха его Гиля Принца. А Рустамов этот световод, на него работает. Да, облажались мы по полной программе. Значит, все. Нам его не достать? Да его сам Господь Бог не достанет. Ну и что будем делать? А что делать? Бабки надо отдавать, пока он добрый. У меня денег осталось 1250, не больше. Остальные ушли вам и в дело. Ну, дачу продам 200. Машину, ну, если быстро, то, ну, 50. Да. А где остальные брать? Я с этого приварка каждой сестричке по колечку состроил. Не отнимать же. Ну, и есть у меня 10 штук. Чем могу? Серёж, ты пошусти пока, а мы подумаем. Угу. Понятно. Дашь мне свою машину, пока я свою не сдам? На время. Без вопросов. Да. Кузьмин. Сейчас, Света, подожди секунду. Света, Свет, к Наташке подойди. Светик, дай мне выспаться, дадите. Что? Ой. Не ворчи. Да это я не тебя. Ну, слушаю тебя, Федор. Сработала наша аппаратура в Репинской. Они опять снимали, Андрей Сергеевич. А кто в номере? Некто Архипов. Директор театра на палатах. С гостями? Да. Бабы? Да нет, похлеще. Ты не хихикай, говори. Официант из местного кабака. Господи. Ты вот что, Федор. Дождись, когда они будут разбегаться. Ага. Бери их под Микитки и в управление. Хорошо. В разные кабинеты. Я уезжаю. Я не понимаю, что происходит. Ну, действительно, у меня был гость в номере. Это что, возбраняется? И почему меня арестовали? Да нет же, никто вас не арестовывал. Вас пригласили для доверительной беседы. Кстати, в ваших же интересах. Все равно, это чистейший произвол. Я буду жаловаться. У меня жена, взрослый сын. А меня привозят сюда. И обвиняют, черт знает в чем. Александр Александрович, пока вас никто ни в чем не обвиняет. Хотя 121-ю статью Уголовного кодекса РСФСР пока никто не отменял. Мы хотим вам помочь. Уберечь от шантажа. От какого шантажа? Я ничего не знаю. Понимаете? Не знаю! Иван, на два слова. Извините, Александр Александрович. Извините.
Ну что, официант раскололся? Молчи. А какого черта вы решили, что у них там что-то было? Может, они водку трескали всю ночь? Ну какую водку? Ну стал бы он их снимать. Ну ты же видишь, как он суетится. Я с задницей чувствую. Это он задницей чувствует. А ты, Ваня, должен чувствовать головой. Андрей Сергеевич, что разрешите? Что-то? Только что звонили ребята из наружки. Ненашев крутился возле дома напротив этого, ну, Архипова. Думают, квартиру снял. Угу. Извините, вы свободны, Александр Александрович. Можете идти, мы вас не задерживаем. Но если возникнут какие-то проблемы, если вам позвонят и предложат посмотреть телепередачу, вот телефон, звоните. Поверьте, это в ваших интересах. Чушь какая-то. Все равно я буду жаловаться. Это ваше право. Федор, проводи товарища. Черт знает что. А телефончик он все-таки взял. Настя! 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 Я в ванной. Иди сюда! Скорее одевайся, ты уезжаешь! Куда? А, в Аламки же, Петрозаводск. Посмотришь шедевры русского деревянного зодчества. Ты когда-нибудь была в Кижах? Настя. Так, белый пароход, одноместная каюта, массовик за денег. Ну, вернешь через неделю, когда это все закончится. А ты меня спросил? Собирайся! Сережа, ты можешь сдать путевку, чтобы не пропали деньги? Настя, ты должна уехать. Понимаешь? Ты должна. Какие же вы все-таки мужики. Я прошу не обобщать. Ну хорошо, я буду веселиться, прыгать в мешках под аккордеон, а ты здесь. Настя, пойми, тебе нельзя здесь оставаться. Я для тебя сейчас слишком опасен. Правда? Правда. Настя. Ну хорошо. Седой меня видел, я видела его. Зачем ему лишний свидетель? Так понятней. Какой же я дурак.
Неужели тебе все нужно объяснять словами? Спасибо. Первый. Я третий. Как слышите, прием. Третий. Что у тебя? Прием. Объект на месте, товарищ майор. Не один. Понял тебя, третий. Продолжай наблюдение. Порядок. Простите, пожалуйста. Я на одну минуточку. Слушаю вас. Вы будете смотреть. Все? Не только смотреть, но и записывать. С вашего письменного согласия, Александр Александрович. Но, понимаете, это ведь дело весьма интимное, так сказать. Да, я понимаю. Но нам нужны доказательства. Неразглашение вам гарантировано. Идите отдыхать. Ложитесь спать. Ну что? Что вы? Какой спать? Извините. Коля, сколько там до начала? 27 минут, Андрей Сергеевич. Представляешь, приходит в театр к Творюге молодой автор. Приносит пьесу. А этот сразу соавторы. Молодому что, лишь бы поставили, понимаешь? Ну, естественно, гонорар пополам. Жена у него вообще директором кладбища работает. Так что, не, меня совесть не мучает. Осталось 15 минут. Дай кассету. Эта кассета дорогого стоит. Товарищ мой, 5 минут осталось. Всем внимание, 5-минутная готовность. Ну, давай. Давай, миленькая. Сколько бы они за тебя отдали? Ужас. Ваша служба не опасна и трудна, а у нас она и слышна, и видна. По моим расчетам, они должны появиться минут через 5 после начала трансляции. Угу. Так, так что иди готовь постель, ложись. Я сказал, все будет хорошо. Извини. Анекдот хочешь? Представляешь, подходит к милиционеру человек и говорит, хочешь, я тебе практически анекдот расскажу? Он говорит, ты с ума сошел, я же милиционер. Он говорит, ну я тебе 2 раза расскажу. Поехали.
Пошли, ребята. Федор Понятый с тобой? Как точно, товарищ майор? Понял тебя. Ну что ж, пошли и мы. Коля, допишешь, догоняй. Хорошо, товарищ майор. Что-то где-то кто-то там у нас. Все будет хорошо. О! Здравствуйте. Ненашев. Это квартира моего знакомого. Они уехали на 3 недели на юг и попросили меня посторожить. Вы же знаете, какая атмосфера в городе. Ну, что мне вам объяснять? У нас же страна очередей. За табаком очередь, за водкой очередь, за колбасой очередь. А? Даже к вам очередь. 3 года ждут, чтобы сигнализацию поставить, чтобы спать спокойно. А вот эта техника принадлежит вашему приятелю? Это? Ну, вообще мне не приятель, а техника его. А вот это? Это? Это моя. Я, знаете, вообще в профессии инженер. Она еще не работает, вот взял домой повозиться. А, собственно, что это? Сушилка. Турбо. А кем вам приходится гражданка Смирнова? Вы знаете, это не ваше дело. Вы же не полиция нравов. Товарищ майор. Вы, может быть, вообще выйдете? Я хочу одеться и... Можно вас? Иван, можно на секунду? Федор. Ну что? А ничего. Если что и было, он все уничтожил. Не понял. А кассеты? Кассеты? Кассет целых 3. Только записи на них все стерты.
Да, дела. Значит, я мыслю так. Мы сейчас двинемся к нему на квартиру. Может быть, там найдем что-нибудь интересное. А ты? Вызывай спецов, профессоров, академиков. Делай все, что хочешь, но найди. Мне нужны доказательства. Иначе не видать тебе третьей звездочки, как своих ушей. Слушаюсь. Понятых не отпускай, если что, звони немедля. Иван, давай в управление. А ну, пошли. Что здесь? Ненашев? Кассеты. Не надо валять Ваньку, Ненашев. Вот это что? Вот лампочки эти, что вот это? Это, знаете, такая... Такая ж... Знаете, такая штука. Сейчас покажу. Берете кассету. Как же я про тебя забыл, а? Старею. Она. Так, кладем ее в кейс. Закрываем. Затем, вот видите красная кнопочка? Нажимаем ее, оп, и вот загорелась красная лампочка. Видите, как внутри электромагнитный дроссель. Понимаете, работает от 4 батареек. Как только загорит зеленый, вот загорелась, видите, информация вся стерта элементарно. Замечательная вещь. Култаков, найди понятых и на квартиру гражданину не нашел. Андрей Сергеевич, 5 час только, спят же люди. Вот и пошевеливайся. Есть. Кофе, пожалуйста. Товарищ Мир, а что вы все ищете? Может, я могу чем-то помочь? Да. Покажите, пожалуйста, где у вас туалет? За мной. Пожалуйста. Спасибо. Ну, может быть, вы выйдете? Зачем? Писать хочу. А я думал, что вы туалет обыскать хотите. Ненашев? Ненашев? Да. Что это? Это авторские свидетельства. После института я работал в одном смешном НИИ. Видите, лучшего применения им не нашлось. Извините, не положено. Култаков. Федор, позови майора. Одну минуту. Андрей Сергеевич, извините. Рыжов на проводе. Ну что у тебя? А ничего. Разобрали все до винтика, ничего не нашли. Что делать-то? Понятых отпускать? Ну, отпускай, раз такое дело. Спасибо, товарищи. Извините, что вы свободны. Всего доброго.
Свободны. В машине подождите меня. Вынужден принести вам свои извинения. Ну. А можно вас на минутку? Что, опять? Извините. Я сейчас. Ненашев. Я знаю, что ты мошенник. Но я вас рано или поздно поймаю. Это я тебе обещаю. Я слушаю. Ну, говорите, я слушаю. Александр Александрович, не бросайте трубку и слушайте меня внимательно. Это в ваших же интересах. На первый раз мы вас прощаем. Мы знаем, что вы смотрели передачу не один, поэтому сохранили копию. Товарищ майор, ваш объект на проводе Архипова. Телефон-автомат, Петровская набережная. Андрей Сергеевич, это у самой Авроры. Хорошо, спасибо. Рыжова, срочно в машину. Стоимость ее возросла до 50 тысяч рублей. Теперь слушайте и запоминайте, что вы должны будете сделать, чтобы получить эту видеокассету. Сейчас вы отправитесь на Московский вокзал. Во втором зале автоматических камер хранения, в ячейке номер 52, повторяю, номер 52, шифр. 5820. Повторяю, 5820. Вы возьмете металлический шар. Это капсула. Деньги упакуйте в пакет и положите в капсулу. На 506 автобусе доедете до конечной остановки. Пройдете полкилометра прямо и окажетесь на городской свалке. Увидите белый шест. Рядом в шестом яма. Бросьте туда капсулу с деньгами и немедленно уходите. Запомните, немедленно уходите. Я тебя не понимаю. Но первый раз за все это время он пошел на повтор. Да не повторяется он, Вань, не повторяется. Ну как же не повторяется? Он вторично использовал аппаратуру в Репинской. Значит, он решил, что мы не знаем, как он взял деньги у Баева. О, не нравится мне это. Ну что не нравится? Что не нравится-то? Да все не нравится. Почему он позвонил Архипову? Ведь наверняка знал, что телефон Архипова у наших слухачей на ушах. Ведь знал. Ну, знал. Вернее, догадывался. Поэтому и уничтожил кассету со своим голосом. Но он наглеет. Он играет на грани фола. Он решил, что он этакий неуловимый гений. Андрей, ты меня знаешь, я человек осторожный. Но, по-моему, пора запускать Архипова и брать его тепленьким у водостока. Thank you.
Я первый. Внимание всем постам. Минутная готовность. Как поняли, прием. Второй готов, прием. Третий готов, прием. Четвертый готов, прием. Господи, как дети, а? Страна непуганных идиотов. Настя, внимание. Внимание, внимание всем. Давай! Я первый. Всем постам. Окружить место падения ракеты аллюром, мальчики. Сереж, тебе не кажется, что это не слишком безопасный бизнес и не очень законный? Заклинил, дай тетку. Сереж, почему тебе не заняться бы чем-нибудь другим? Ну, чем, например? Да не знаю, создал бы СП. Ты же жутко талантливый. О, нет. С нашим государством нельзя играть в азартные игры. У него вся карта крапленая. Все равно будешь в дураках. Тогда... У нас спокойно можно быть. Только в гробу. Тогда уехал бы в Америку. Там такие головы, ох, как нужны. В Америку? А кому я там нужен? Кому? Я что, Ростропович? Барышников? Нет уж, у меня здесь отец лежит, брат. У меня Наташка здесь. Так что за границу нужно строить дома кукла. Что? Ты что? Кукла, это понимаешь? Бумага. Бумага. Да. Фу. А?
Чума. Нету тут ни хрена. Пустышка. Кружок умелые руки. Я говорил, что он никогда не повторяется. Поехали на ковер. Вот все, что смогли. Сколько? 45. Нам не нужно еще 25. Я продал все. Машину. Все. Мне надо всего 25 тысяч. Мы тебя понимаем. Но у нас свои проблемы. Жизнь дорожает, бабки дешевеют. Но я же вам верну через 2 недели с процентами. Мы тебе собрали 45. Да, а мне надо 70. Понимаете, 70. Если б я в свое время тебя отмазал от тюрьмы не на все 5, а всего лишь на годик, тебя это устроило бы? Сережа, давай не будем. Мы работали вместе. Ты получал больше, мы меньше, а рисковали одинаково. Мы ж не виноваты, что принц на тебя наехал. Понятно. Испугались, что меня Гиля до конца достанет. Тогда и долги, и денежки, все прах. Экономно. Ладно, живите. Скажи им, что отдашь позже. Нет. Они другие люди. Им нужны или завтра, или... Пошли. Куда? Поехали, поехали. Небось, когда сладко было, она не приходила. Я ведь человека нашла, а вот живите, как хотите. А вот когда жареный петух в задницу клюнул, она вспомнила про плохих родителей. А мы тут с отцом ночи не спим, все думаем, как она там. Нет, ты мне все-таки скажи, зачем тебе нужны такие деньжищи? Вот этого я не понимаю. Это не моя тайна. Я не могу сказать. Мне очень нужны эти деньги, и мы вернем, честное слово. А раньше ты что думала? Думала, решила, что взрослая стала, и можно было отца родного охаивать и по маме, и по папе. Ну ладно, Людка. Да что ладно, Людка? Дай ей денег, а где их взять? Я не Рыжков, фу, Павлов. А ты не Госбанк, и мы их не печатаем. Ну, хватит. Ты вот что, ну-ка, сходи там, принеси шкатулку из секретера. Валь, это все деньги на домик в садовом участке. На старость. Ничто. Самому сходить. Спасибо тебе, пап.
Прости меня, папа. Прости меня, пожалуйста. Ну что, не уйдет разводить. Мы же с матерью-то. Мы же, чтобы с Юркой пожили как люди. Подожди меня. Я скоро. Хорошо. Молодец. Ну, мы в расчете. Ну? Не ну, это твой долг, ты его вернул. Молодец. Но я потратил на тебя много времени. Кое-что потерял. Ты оторвал меня от моих дел. Через неделю принесешь еще 100 000. У меня нет таких денег. Ты меня не понял. 100 000 долларов. Так будет справедливо. Где же их возьму? Подумай и найди. Говорят, ты большой придумщик. Гений просто. Ну, а чтоб тебе легче искалось, мы возьмем в гости твою... Мормон... Как ее звать? Настя. Настя. Вот Настю возьмем. На кого ты, рыпаешься, сявка? Ты принесешь мне баксы не через неделю, а завтра. Завтра, в это же время, слышишь? Не принесешь? Сколько твоей... Твоей дочери лет. А? Ребенок еще. Жаль. Очень жаль. Червяк навозный. Здравствуйте. Сергей Владимирович. Подполковник Уваров, 6-е управление. Очень приятно. Вас поставили в известность о ходе предстоящей операции? Да. Ну и отлично. Тогда сверим часы. Во сколько вы встречаетесь с принцем? В 3. Значит, через 1 час 10 минут. Ну что ж, надо поторапливаться, товарищи. Мои сотрудники уже выехали. Ну, наши люди тоже уже на месте. Сейчас Сергей Владимирович напишет о своих подвигах и поедем.
Могу не успеть. Вы же сами говорили, целый роман. Ну-ну, не наш. Андрей Сергеевич. Послушай, майор. Я понимаю твои проблемы, но сейчас важнее всего это Гиля Принц. Упустить его я не имею права. А твой подопечный, вот он. Куда он денется? Да, подполковник прав, действительно, куда я денусь? Товарищ майор, не мучайтесь. Возьмите с собой бумагу, я по дороге напишу. Федор. Ну вот. Товарищ подполковник. Да. Это вам. Это что? Это приемник, а это радиомаяк. А цифры? Это расстояние удаления от объекта. Действует в радиусе километра. Вам будет попроще, а мне поспокойнее. Да. Давайте, Ненашев. Добрый вам совет. Чистосердечное признание смягчает. Только не стороне советов. У меня своя. Профессор подарил на окончание института. Говорил на счастье. Что писать? Да, все, что сделали, то и пишите. Лишнее. Число и подпись. Ну вот теперь порядок. Я же тебе говорил, что я тебя поймаю. Да. Ну, с Богом, Ненашев. За твоими девками. Если с баксами все в порядке, получишь своих мотых целыми и невредимыми. Принц свое слово держит. Пошел. Я Зенит. Всем внимание. Объект приближается. Возьмите светлую «Волгу» 0357. Как поняли, прием. Зенит, я «Ласточка-1». Вас понял. Веду светлую «Волгу». Прием. Зенит, я «Ласточка-1». Передаю 0357, «Ласточка-2». Как поняли, прием. Веду в сторону Ушаковского моста. Как поняли, прием. Я «Ласточка-2». Передаю на 357. «Ласточка-3». Как поняли, прием.
Зенит, я ласточка 30357 принял. Иду по Приморскому шоссе. Как поняли, прием. Зенит, я ласточка 3, передаю 0357, ласточки 4. Как поняли, прием. Зенит, я ласточка 4, 0357, принял, веду по Приморскому на выход из города. Как поняли, прием. Зенит, я ласточка. Объект на месте. Как поняли, прием. Вот и папа прибыл. Сам, что ли, такой кликух придумал? А? Плохое имя. Ну, какой же ты папа? В нашем деле ты сынок, дитя неразумное. Деньги принес? А говорил нет. Мормон. Пересчитай, все ли. Ну, ладно. Пошли в дом. Слышно о твоих делах, думаешь, твое время пришло. Решил системой повоевать, блажишь, парень. Система – это я. Картошкой за свой счет торгуешь. А? Хочешь в белых перчатках толчок мыть и в говне не испачкаться. Нет, знаешь, кто ты? Ты картофельный папа. Садись, бери что... Что по душе? Колорадский жук. Мормон, в чем дело? Мы ждем, считай. Надо будет сюда лифт поставить. Ну, а теперь слушай, папа, что ты должен сделать еще, чтобы самому живому остаться и своих девчонок получить живыми и не испорченными? Я хочу, чтобы ты... Пол, что, сокол? Что? Извини, Иватис. А, Русин, знаешь, да? Там бабы какие-то. Что он несет? Какие бабы? Шведы или англичанки, да хрен их разберет. С ними еще одна переводчица. Их там полавтобус. Сиди. А что они хотят? Спрашивают дачу какой-то. То ли профессора, то ли скульптора.
Говорят, что подарок привезли от техника там. Ну, такого же. Подарок. Пойди скажи, что никакого профессора ты не знаешь, угу. Что дача принадлежит другому человеку, и проводи их с миром. Бери все и пройди к гостям. Сидим, едим, пьем. Хорошо сработано, девочки. Теперь и мы потрудимся. Удачи вам. Всем сидеть. Руки на головы. Ты тоже. Предал. А ну, живо! Ну, здравствуй, принц. Боюсь, на этот раз тебе никакой адвокат не поможет. В общем, неприятно. Рубашка испортил, гад. Ну, больно, не смертельно. До свадьбы заживет. Пропустите меня, или я убью их! Не стрелять. Уходи. Тебя не тронут. Сзади! Мормон! Отпусти тёлку! Настя, на пол! На пол! Настя! Thank you.
мы закончили, майор. Все-таки я его взял. Если бы не его девочки, хрен ты бы его взял. Ты вот что, полегче с парнем. А дашь ему хороший прибор. Угу. Мы тебе нужны. Да нет. Спасибо. Дальше уж мы сами. Ну, будьте здоровы, чекисты. Я люблю тебя, слышишь? Люблю. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Прошу. Да нет, спасибо. Мы на автобусе доберемся. Не надо валять дурака, не наших. Садитесь в машину. Зачем? У меня есть сильное желание арестовать вас, не наших. Извините, но на основании чего? Я так мыслю, тебя надо силой машину сажать. На основании собственноручно тобой же написанных показаний. Какие показания? Федор, папку. Отдыхать вам нужно, товарищ майор. Ну-ка в машину! Товарищ майор, а это вам на память.
ты гений. Ах, утону я в западу Двине, или погибну как-нибудь иначе. Страна не зарыдает обо мне, но обо мне, товарищи, заплачут. Они меня на кладбище снесут, простят долги и старые обиды. Я отменяю воинский салют, не надо мне гражданской панихиды. Важнейшие задачи. Страна не зарыдает обо мне, но обо мне, товарищи, заплачут. Не выйдет утром траурный газет, подписчики по мне не зарыдают. Прости, прощай, Центральный комитет, и гимна надо мною не сыграет.